Вот она мне снесла в прошлом году 2260. Капец, тросите рот. Да, это ты, те же самые рот, да. Вот застали алды. Я его уже вижу. Я тоже. Я кольца. Тихо, тихо, тихо. Ай, блин, лопнет. Очень большой. Очень большой. Вот сейчас, в этот момент, можно забрать. Я никак не помогу. Нет! Смотри. Капец. Молодчина, девочка. Какая умничка. Рекомендуется, сразу не забирать, дать им его, ну, как бы. Они не убивают? Нет, нет, нет. Не будь нежных, не кусать. Она, смотри, его мой, 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 говорит, лялечка моя. Все сразу подходят, смотри. Они убивают, да? Нет, яйца нет. Они очень нежные. Они смотрят. А птенцов убивают чужих. Чужих, да? Да, и поэтому, когда я выводил, троих у меня убили. Потому что я вывел, не они сидели. Понимаешь, материнского инстинкта. А сейчас у меня материнский инстинкт. Вот это, вот это. Вот. Не рекомендуется сразу забирать. Почему? Так у меня это было. Да, вы удачно, такое редко бывает. А вообще, да, обалдеть. Просто мы с положительной энергией. Молодцы. Такие. Есть другие самки подошли, тоже интересуются. Как в этом зоологическом каком-то этом побывало. Я под такими, я вот знала, что я приеду под супер впечатлениями просто. Ну, некрасивая. Вот ему все рассказать. Вот, а когда я выводил первого, ты представляешь, ведь 45 суток, долго. Каждое яйцо мне под номером, все. Я знаю, когда я его положил, когда должен вывести. Жду, значит, жду. И вот последние 6 суток оно начинает кататься, шевелиться, наблюдаешь. Но я уже все прочитал про него, я знал, что последние 6 часов оно затихнет. И вдруг я подхожу, он тихо лежит. Я, значит, включил свет, там лампочка такая. Смотрю, смотрю. Почти часа 4 я сидел. Не уходил. Меня звали там. Мама приехала, говорит, Валя, как просто. Я говорю, я хочу его увидеть, мама. И вот.